В республике зафиксирован значительный рост несчастных случаев при использовании бытового газа. С начала года 32 чрезвычайных происшествия. Пострадали 76 человек. 13 жителей Чувашии погибли от отравления газом. Чаще всего причиной трагедии становится неправильная эксплуатация газового оборудования собственниками жилья. Специалисты настоятельно рекомендуют жителям республики соблюдать правила пользования колонками, плитами, сжиженным голубым топливом и при малейших неполадках обращаться к газовикам.